Столица Китая, столица зимних Олимпийских игр 2022 года, принимает сильнейших спортсменов планеты по фигурному катанию. Пятый этап Гран-при набирает ход в Пекине, и впереди короткая программа среди женщин, где Россию представляют Елизавета Туктамышева и Елена Родионова. Две фактически сильнейшие спортсменки планеты сезона 2014-2015 годов. У микрофона Александр Гришин. Здравствуйте. Рядом со мной Татьяна Тарасова. И сейчас мы будем смотреть за самым прекрасным, что есть в фигурном катании, за соревнованиями восхитительных дам. Кейтлин Осмонд и Эшли Вагнер, пожалуй, являются основными конкурентками российских спортсменок и основными претендентками на попадание в финал Гран-при, потому что у Осмонд второе место на этапе в Канаде вслед за Евгенией Медведевой, ну а у Эшли первое место на американском этапе. И таким образом ей достаточно попасть в тройку сильнейших в Китае для того, чтобы выйти в финал и отобраться в Марсель. Пока в Марсель отобралась единственная фигуристка в мире, и имя ей Евгения Медведева. С двумя победами, со 100% результатом, она обеспечила себе место в шестерке лучших спортсменок первой части сезона. Российские девушки и Елизавета Туктамышева и Елена Родионова будут выступать уже во второй группе участниц. Ну а в первой мы увидим и Осмонд, и Вагнер, и сильнейшую китаянку Ли, и интересную японку Рика Хонга, и еще двух американок Кортни Хикс и Карен Чен, каждая из которых при идеальных прокатах может удивить взыскательную публику. Жалко, что две наши хорошие девочки, очень хорошие, попали на одни соревнования. Ну, к сожалению, очень сложно распределить всех российских спортсменок, да, по разным этапам. Их много, и они все очень хороши. И они все очень хороши, согласна. Уже прошли соревнования в коротком танце. Очень здорово выступили два российских дуэта. Александра Степанова и Иван Букин, и Виктория Синицына с Никитой Коцалаповым. И тот, и другой танцевальные дуэты обновили собственные личные рекорды по итогам короткого танца. 72 с лишним балла набрали Степанова Букин. 70,2 балла получили Синицына Коцалапов. И они сейчас занимают третье и четвертое места соответственно. Но уступают лидерам буквально 1,5-2 балла, так что в произвольной программе, в произвольном танце будет очень серьезная борьба за место на пьедестале почет. Да, у нас есть надежда. Мы верим, надеемся и, что скрывать, даже рассчитываем на российских танцоров. Пока в танцах только один отечественный дуэт, это Екатерина Боброва с Дмитрием Соловьевым, отобрались в финал и уже точно будут выступать в Марселе. Абсолютно, причем заслуженно. Сейчас будет тоже очень интересная борьба вот здесь в женщинах, да? И тренеры, и спортсмены, и Алексей Николаевич Мишин с Туктамышевой, и Рафик Артюнян, да? Тоже русский тренер, вы знаете, лучший тренер Соединенных Штатов сейчас, уже на протяжении двух последних лет, получающий эту награду, много сделавший для... И для отечественного, и для американского фигурного катания. И Инна Гончаренко со своей Еленой Родионовой, которая первый раз выступала в Москве. Второй раз будет выступать сейчас вот там. И она в Москве была вторая, у нее есть возможность, в общем, отобраться. Возможность неплохая, да. Нужно попадать в число первых двух спортсменок Елене Родионовой для того, чтобы отобраться в Марсель. У Елизаветы Туктамышевой задача значительно сложнее. Даже первое место на китайском этапе ей не гарантирует место в итоговой шестерке, но значительно может приблизить Туктамышеву к попаданию в финал. Но не может обеспечить. Но не может обеспечить, да. Мы им желаем хорошего старта. Татьяна Анатольевна, вот то, что в нынешнем сезоне жеребьевка проходит перед короткой программой, увеличило интерес? Да, мне кажется, что это правильно. Потому что мало ли какой ты был в прошлом году. Да, какая разница, какой у тебя рейтинг? Да, это уже неправильно для судей изначально. Да, они и так смотрят.
Какой у тебя был рейтинг? Сколько ты получил на первых соревнованиях? Да. Да, что тебе поставили за это? Что тебе поставили за то? Какой уровень тебе поставили, да? Сколько ты элементов сделал? Сколько ты прыгнул? Сколько ты не прыгнул? Сколько ты чист? Сколько ты не чист? Да, у них уже все это есть. Да, все-таки, когда есть какая-то жеребьевка, то приходится все-таки надеяться на их профессионализм. Ну, что это все-таки да. Чуть-чуть сбивает. Это не то, чтобы каталась десятая девочка, а сейчас будет кататься девятая, а потом будет кататься восьмая. Есть возможность сравнивать. Первая девочка может кататься первой вообще. Вообще может первой кататься. Да, вот, например, Вагнер сейчас попала, она будет кататься четвертая. На пожеребьевке. Я за это. Я за то, чтобы оценки показывали судейские. Потому что никто никого не жжет на огне, никто ни на что не претендует на жизнь человеческую. Поэтому, так сказать, правильное и грамотное судейство ты можешь это открыто абсолютно поставить. Начнем, пожалуй, смотреть. Благо, очень равномерно распределяются спортсменки по ходу этих двух групп участниц. Кортни Хикс выступала на московском этапе Гран-при. Выступила очень неплохо. Стала третьей вслед за Анной Погорелой и Еленой Родионовой. И сейчас открывает женские соревнования в Пекине. Каждую неделю девочки, мальчики все переезжают, кто попал на этапы. Пересекают огромное количество часовых поясов, приспосабливаются к одному, к другому климату. Непросто, конечно, все это. Второй недокрученный, я бы сказала. Это был флип-клуб. Сложное положение, еще одно сложное положение, попадает в них через бедуинский. И все вращение четвертого уровня. Не знаю, на какой плюс оно пойдет, но катается она очень хорошо, очень мягко катается, мягкие ноги. И вот вы видите, что она вращение вставляет в начало. Сделала первый элемент, значит, у нее два элемента прыжковых. Во второй еще части останется программы. Во второй части программы, которая будет цена ему увеличена на 10%. Ошибка, видите, на выезде. Потому что во второй половине сложно прыгать прыжки. Пошла дорожка шагов. Вот блок, выкрюк, твизл, крюк. Надо сказать, да, что не очень успешно выступила Кортни Хикс в своей короткой программе. Напомню, в Москве она была третьей, но третьей она стала при весьма драматических обстоятельствах. И, если вы помните, тогда не сумела фактически завершить свою произвольную программу Юлия Липницкая, которая находилась в тройке сильнейших после короткой программы. И это позволило итоговый третий результат показать американской спортсменке. Которой мы, конечно, передаем привет и здоровье в первую очередь. В первую очередь, да.
И будем болеть дальше на чемпионате России. Чемпионат России в нынешнем сезоне пройдет в Челябинске в третьей декаде декабря. В новом дворце спорта. И очень приятно читать, что лучшим подарком, да, она не докрутила, но лучшим подарком для челябинцев является сейчас новогодним, это билеты. Билеты на чемпионат России. Это очень приятно. Приятно дожить до такого момента, когда билеты на твой любимый вид являются большим настоящим подарком. Ну вот сейчас уже набирает ход, уже все больше соревнований проходит на этапах Гран-при, пятый этап. И приятно сознавать, что на московском этапе был наибольший приток публики среди всех пяти этапов Гран-при. В Пекине, я так полагаю, что на соревнования спортивных пар публика все-таки еще подойдет, все-таки именно этот вид сильнейший в Китае, но тем не менее... Зрителей во дворце спорта «Мегаспорт» было больше, чем в Чикаго, чем в Париже, чем где бы то ни было еще. Просто сегодня пятница, они еще работают, я думаю. Да, сейчас пока еще рано. В субботу все-таки будем судить, учитывая, что этот дворец еще и повместительнее будет даже, чем Ходынка. Здесь 18 тысяч зрителей может разместиться. Но пока посмотрим, на какой позиции разместится Кортни Хикс. У нее... Были определенные ошибки, и Ридбергер был исполнен не очень здорово и недокрутно на тройном тулупе в каскаде на старте программы. Что они там поставили за дорожку? А дорожка четвертый уровень, Татьяна Анатольевна, четвертый. Так. Вращения все додержаны, вращения тоже все четвертые. То есть если бы не прыжки... Вращения сейчас... это додержанные, четвертый уровень это... Ну вот в дорожке не было ничего, то есть там были исполнены элементы. Но ничего не было интересного вообще. Ну, скажем так, в отсутствие искусства короткая программа дает возможность получать четвертый уровень, тем не менее. Ну, каждый на своей дорожке старается сделать и техническую сторону, и какую-то, так сказать, дорожка, это, она определяет короткую программу тоже. Да, это лицо короткой программы. Понятно, что сложные элементы там луц-тулуп. Да, то, что прыгают девочки. Чуть-чуть не добирает до 60 баллов. Кортни Хикс, конечно, при существующем уровне конкуренции ей будет крайне сложно оказаться в тройке после первого дня соревнований. Ну, мы не будем ее ни на какие места ставить. Для этого есть судьи. Есть кому этим заняться. Да. А вот сейчас есть шанс присмотреться внимательнее к Кейтлин Усмонд и попробовать понять, насколько она готова стать ярко выраженным первым номером в канадской сборной, где помимо нее присутствует также еще Элен Шартран и Габриэла Дельман, тоже очень серьезные фигуристки, но то катание и те баллы, которые получила Усмонд в Канаде, позволяют предположить, что у нее все шансы стать номером один у себя в сборной. Семьдесят четыре с лишним балла набрала на среднем. Легко. Как и Хикс начинает. Флип-тулуп Саонова. Флип-тулуп, но исполнен значительно лучше. Шагов. Это не важно, что первые два элемента стоят в первой части, зато они сложные. Зато есть куда продолжать прогрессировать и усложнять программу. Ну, потом есть возможность получить плюсы. Ошибка на приземлении, двойная ошибка. У нее сложный был как бы выход, да? Она там повернулась два раза и еще раз подставила ногу.
хорошо работает корпусом. Вообще канадцы всегда хорошо катаются на коньках. Ну. Программа поставлена очень музыкально. Не знаю, кто ей ставил программу, но похоже прямо на Шалин. Борн. Ну, увидим еще программу, поставленную Шалин Борн сегодня. Да. Может быть, без такого блеска, как в канадской Миссисоге, откатала Кейтлин Осмонд, но... Ну, с ошибкой откатала, да. В очередной раз она показывает, что готова соревноваться на самом высоком уровне в нынешнем сезоне, и даже с ошибкой обратить внимание на техническую оценку. Катанию нет вообще претензий технических, никаких, очень чистое скольжение делает, очень хорошие элементы, все подходы к прыжкам сложные. Да, пожалуй, Осмонд сумела преодолеть тот неприятный период, который у нее был. Очень много травм, соответственно, пропуск целого сезона. И вообще она, если вспоминать карьеру, одна из самых таких невезучих фигуристок с точки зрения получения различных повреждений. Но продолжает идти вперед и, как видим, справляется с очень приличной сложностью. И ей есть где добавлять. Чище катать, поставить хотя бы один из прыжковых еще во вторую часть, и у нее будет очень высокая оценка, она конкурентоспособна на серьезнейшем уровне. Вот сложный выезд был, потому что на той же ноге она сделала крюк. Вот как хорошо. Длинный, настоящий, хороший выезд. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis. Сложная позиция на опорной ноге. Она ездит, нога ездит по кружочку, по такому, на внутреннем ребре. Считается сложная позиция. Вот, видите, поздним раскрытием. Вот еще. Все равно у нее должны быть очень хорошие баллы. Да, оценка очень высокая. Кейтлин Осмонд уже после прибытия в Китае у себя в Твиттере написала, что поздравляет с днем рождения своего папу, который сажал ее на самолет, а также отметила, что 11,5 часов перелета ей довелось перенести легче, потому что целых 3 сиденья были отданы ей самой. Вот так вот повезло ей. Повезло, слава богу. Я очень люблю, когда наши где-то лягут. Наши или чужие. Ну, все. Очень высокая оценка. Конечно, 72-20 да. Получает Кейтлин Осмонд. И это, напомню, с ошибкой на выезде с Риттера. Нет, очень приятно. Она катается. И, конечно, она уже пережила вот этот период, который становление, взросление. Вот тогда, когда у нее были травмы бесконечные. И вот смотрите, канадцы, они успели, они подождали. И она опять катается. Они ее никуда не дели. Они ее не забыли. Они ей помогли. И наши, сейчас тоже наша федерация задумывается над этим и делает, потому что стараются сохранить девочек, которые... у которых на это уходит, в общем, не один год. Да, которые в очень раннем возрасте выстрелили, сверкнули и сейчас испытывают не самые простые имена. А вот теперь лидер китайской сборной, хорошо знакомая болельщикам Мязи Цзюн Ли, которая сейчас у бортика сопровождаема в том числе и Алексеем Николаевичем Мишиным. В Москве она выступала, была четвертой. Очень легкая. Три-три. Тулуп-тулуп. Второй надо смотреть. Флип. В первой половине с небольшой скорости. Thank you.
Бедуинский, сложное положение. Еще сложное положение. Там было два сложных положения. Внутреннее ребро и поворот корпуса. Второй половине аксель со сложного захода. Чистенько делает элементы. Вот эти элементы, которыми заполняется дорожка, очень чисто делается. Вот петля была очень чистенькая. Вот скобка. Вот блок. Три элемента на одной ноге. Хорошая девочка, но пока еще не мощно катается и не так технично, как катались и канатка. Ну, Осман вообще да. Очень резко прибавила в этом сезоне, как-то она вышла на новый уровень, даже по сравнению с теми временами, когда до травмы еще, до многочисленных. До травмы она была в юниорах, и она много делала. Вот я, например, сейчас смотрела девочку, то, что вот говорила Этери, да, я смотрела девочку в Ютубе, нашу девочку, которой 12 лет. Ну, 12 совсем еще не было. Да, но вы знаете что, я просто была поражена, что она делает. Это набор был, чем больше будет делать, тем меньше потеряет потом. Ну, с этим там было без счета. Сложно спорить. Без счета 3-3-3. Два раза она повторяла 3-3-3. Даже это было на нарушение. Ну но да, это не важно. Это да. Не важно. Сейчас нужно это не важно. Накатать, напрыгать и так далее. Зато она, показала все, что она может на сегодняшний день. Это была уникальная сложность. Ну, вот ставят недокрут на втором тулупе. Ну, а как не ставить, когда это видно вот даже по телевизору. Вообще хочу сказать, что вот. Нет, это первый. А он тоже был нечистый. Первый тулуп. Видите, куда приземлился конек? Вон чирик. Еще там. Про который я вам всегда говорю. Там такой. Мне говорят, что это за чирик? Это четверть. Да, это четверть. Как раз вот четверть. Четвертачок. Если Алексей Николаевич корректирует, то Алексей Николаевич научит, как ей прыгать чисто. Покажет ряд своих упражнений, которые многие делают в мире, его упражнения. Не случайно, Алексей Николаевич? Для улучшения координации. Конечно, не случайно. Все показывают сердце, девчонки влюблены. Прекрасная пара. Очень известный китайский тренер ее тренирует, который работал с парным катанием. 51,32 балла получает китаянка. Это пока второй результат. Приятное впечатление от программы. Но еще не хватает ей мощи. Вот сейчас, конечно, выйдет. Эшли Вагнер на льду. Ни много ни мало лучшая спортсменка Соединенных Штатов Америки во всех видах спорта.
по итогам октября 2016 года. Ну и одна из самых эффектных коротких программ в нынешнем сезоне «Sweet Dreams» под великолепный вокал Энни Ленокс. Очень самобытная спортсменка. Катается у очень хорошего тренера. У очень хорошего тренера. Изумительное владение своим телом. Взрослая, понимающая, что она делает. Пропустившая несколько лет в карьере для того, чтобы тоже прийти в себя и начать все сначала. Флип. Должна была сделать с тулупом. Сложный заход качалкой. Два плеча. Я бы не сказала, что два. Ну, сложное вращение. Комбинированное. Хорошо слышащие музыку. Только сделает, да. Это понятно было, что после Ридбергера она сделает только двойное. Равновесие и дорожка. Блок. Нет. Она тяжело катается. Ну, по мне сравнению, да, с тем, что было в Чикаго, тяжеловато, конечно. Да. И много было грехов, в том числе и на дорожках шагов, и приземления с выездов были не лучшие. И в связи с этим не получился стартовый каскад. Как следствие, пришлось делать второй, двойной, да, тулуп прилеплять. В общем, похуже, чем на первом этапе гран-при откаталась сейчас Эшли Вагнер. Ну, возможно, связано в том числе и с длительным перелетом. Вот такая вот сложность. Потом отсутствие Рафаэла Арутюняна, опять же, который находился на четвертом этапе гран-при в Париже. Может быть, тоже сказалось. Я совсем это не исключаю. Вот я его спрашивал, почему ты работаешь с этими двумя, в общем... Ну, возрастными спортсменами. Он сказал, что я счастлива с ними работать, потому что я им помогаю верить в себя и изучать что-то новое. То, что они могут, и то, что они хотят. И они поверили в меня, и для них это, для них каждая тренировка является, в общем-то, как подарком. Поэтому, да, они работают, говорит, очень хорошо. И каждый год что-то учат новое. Вот я их, говорит, восстанавливал, и в очень хороших отношениях. Действительно есть результат. Конечно, и Адам Рипман как великолепно смотрится, да, в нынешнем сезоне. И Эшли по окончании этого этапа может обеспечить себе место в финале гран-при. Больше того, Эшли серебряный призер чемпионата мира в Бостоне, хотя в интервью коллегам Рафаэл Арутюнян признавался, что
Все было понятно перед этим чемпионатом. Американская федерация ставила на Грейси Голд. Если мы могли только предполагать, то Арутюнян сказал это открытым текстом, но тем не менее лучшей среди американок и одной из лучших в мире стала все-таки не Голд, а его ученица Эшли Вагнер. Но вот эта программа получилась не лучше. Да, вот трафик уже там. Только что был в Париже. Только что был в Париже, только что был в Париже, слетал в Лос-Анджелес, забрал ее, провел одну тренировку, забрал ее, сел на самолет и прилетел в Китай. Просто фантастика, уже в Пекине. Да, у меня был такой один год, когда мои спортсмены были на всех шести. Я уже не помнила, куда я летела. Вот сейчас разбор полетов. Он очень любит их и очень хорошо с ними работает, я считаю. Долетает пока Эшли до 64,36 балла. Отставание от Осмонд почти 8 баллов. Ну, это, конечно, для нее не... Ну, для нее это не баллы. 64, да. Ну, сама потеряла. И там ошибка, и там ошибка. Я бы сказала, что она и тяжело катала. Не знаю, что ей за дорожку поставили. Посмотрите, пожалуйста. Сейчас не могу посмотреть. Сейчас у нас тут приложение подвисает периодически. Выясню, расскажу. На Золотом пруду. Уж не знаю, кто сидел, но сейчас узнаем, как этот пруд музыки знаменитого композитора Дэйва Грусина будет интерпретировать Карен Чен. Американка, у нее, насколько я помню, один. Какая-то птица, наверное, этап, сидела на Золотом пруду. Первый этап в нынешнем сезоне от Карен Чен, а так мы ее еще увидим также в Японии. Слышите, там птицы поют? Слышу, поют. Вот, это птица. Так она встала в свою первую позу. И голова птицы была хорошо видна. Три луц-тулуп. Причем так медленно и спокойно. У Вагнера за дорожку третий уровень. Хорошенькая связка очень. Эта дорожка идет по кругу. Надо отдать должное операторам, они хорошо показывают, чего они не делали много лет в Китае. Вот элемент во второй части. Ридбергер задела пяткой. Птица сидела на пруду, на золотом.
Голубая какая-то. Какая-то голубая уточка. А синяя птица. Да. Синяя птица удачи. Чуть отвернешься, она обманет и вот уже навсегда ушла. Карен Чен, тренирующаяся у Тэмми Гэмбилл. Американка, в минувшем сезоне занявшая лишь 8-е место на чемпионате США, а год назад бывшая бронзовым призером. Ну вот у нее оценка-то техническая повыше, чем у Вагнер, получается. Ну, она упала с Ридбергера, но она сделала 3-3. Да, у Эшли 31 балл. Ну, потому что плохой выезд с Ридбергера, плохой двойной, прикрепленный. Да, здесь только падение с Ридбергера, ну и недокрут еще все-таки на тройном тулупе. Сейчас вот да, посмотрим. Да, да, вот он будет виден сейчас, смотрите. Это раз, и вот смотрите, сейчас будет недокрут. Вот, вот, вот да, он. Да, и выезд еще такой средненький. Но потому что недокрут. Тяжело выехать хорошо, да, с недокрученного прыжка. Еще и на Ридбергере на упадином тоже недокрут. И, как следствие, сейчас оценка, конечно, съедет. Ну, пока вот в этой первой разминке почти идеальное исполнение своей короткой программы. Вот Кейтлин Осмонд с очень высокими оценками. Неплохо в целом смотрелась Вагнер, но не так блестяще, как в Чикаго. Ну, у себя в стране легче кататься всегда. Ну, кому как. Иногда родные стены так давят. Не знаю, мне кажется, что не разожмешь. Карен Чен совсем юна, ей лишь 17 лет. Поэтому, учитывая, как бережно и трепетно в Северной Америке относятся к своим фигуристкам, которые раскрываются, как Мэрайа Белл в нынешнем сезоне, великолепно выстрелившая на первом этапе, бывает и за 20, так что у этой спортсменки еще очень многое впереди. Оценка 58,28 балла, немного, прямо скажем. Ну, а откуда она может быть большая, если там недокрут, да, падением, тут недокрут, с падение? Она никак большая не может быть. А вот Рика Хонга знает, что такое набирать серьезные баллы, но в нынешнем сезоне, во всяком случае, в Миссисоге, в Канаде, на этапе Гран-при, у нее не получилось выступить очень хорошо, хотя она после короткой программы была четвертой. Но лишь 8-й результат в произвольной и в итоге 6-е место, как следствие, полное отсутствие даже малейших шансов на финал Гран-при. Однажды она была в финале, но это было уже 2 сезона назад. Кармина Бурана. Кармина Бурана, да. Клип чистейший. Видишь, каскад будет оставлять на вторую часть. Видимо, да. Докрученные вращения. Не быстрые. Похоже немножко на Шизуку Аракаву и у того же тренера. Тулуп 3-3 во второй половине.
мне нравится, как она катает. Очень мощно, очень музыкально. Очень хорошо. Ну, Татьяна Анатольевна, само сравнение с Рокавой, да и из ваших уст, мне кажется, очень дорогого стоит. Примитивно. Я с ней работала, имела такое удовольствие несколько лет. Надо обязательно передать Рикки Понг такое... эти слова. Они, они мне звонили все, и девочки звонили, и Барбара звонила из Италии, благодарили за те слова, которые мы с вами говорим о них. Так что они звонят. Они в курсе, им переводят. Да-да, они в курсе, они им переводят, переводят, они звонят. Просто у девочки для японки необычная фигура, у нее длинные ноги. И вот с увеличением вокала и с увеличением оркестра увеличивалась ее скорость и энергетика в программе. Это, на мой взгляд, очень сложная задача. Тем более для короткой программы, где в основном решаются технические проблемы, да? Не знаю, чего наши не попробуют на таких ботинках кататься. Они в облегченных, да, немножко ботинках, но... Интересно, насколько они легче. Даже если на 100 грамм, то это много. Но это все равно солидно. У этого тренера всегда такие девочки-борцы. И способны очень много тренироваться, потому что всегда, конечно, побеждают фанатики. А есть ли японцы, которые не способны тренироваться? По-моему, это по умолчанию уже заложено в японских спортсменов. Ну, есть. Есть, которые не с, может быть, не с такой отдачей все, но у него вот девочки катаются с колоссальной отдачей. Он сам абсолютный фанатик, он никогда не устает на работе. Я с ним тоже имела удовольствие работать на одной площадке, когда он Шизуку привозил очень маленькую еще. И я работала с Куликом, очень было интересно наблюдать за ним. И он просто не уходил с этого целый день. 63-63. Два раза по одинаковой цифре получает Рикки Понг до запятой и после запятой. Это третий результат вслед за Кейтлин Осмонд и Эшли Вагнер. Немного. Позади выступления первой группы участниц. На первой позиции с солидным отрывом от конкуренток располагается канадка Кейтлин Осмонд, набравшая 72,2 балла в приличном отдалении от нее. Практически 10. Да, фактически 10 баллов. 10 баллов. Эшли Вагнер и да. Дальше все остальные. Но впереди еще выступление двух россиянок, Елизаветы Туктамышевой и Елены Родионовой, а также очень интересной японки Майи Михары.
Сразу две российские спортсменки, представленные в этой группе участниц пятого этапа Гран-при по фигурному катанию. Это Елизавета Туктамышева и Елена Родионова. Теоретический шанс на финал Гран-при есть у обеих российских спортсменок, но для того, чтобы Туктамышевой отобраться в шестерку сильнейших, нужно побеждать, и еще должно сойтись несколько факторов по выступлениям соперниц. Что же касается Елены Родионовой, то москвичка сама может без каких-либо оглядок на соперниц попадать в финал. Для этого ей нужно занимать как минимум второе место на пекинском этапе и уже тогда с оптимизмом смотреть в будущее. Елизавета Туктамышева на ваших экранах. На раскатке она практикует из того, что нам показывают китайские режиссеры, в основном каскады из двух тройных тулупов. Ну и вот сейчас вы видите и Алексея Мишина, и Татьяну Прокофьеву. Тех специалистов, которые работают. Алексей Николаевич с ней шутит. Вот Лена Родионова. Алексей Николаевич всегда найдет правильные слова, и чаще всего он очень правильно, иронично настроен. Первый стартовый номер в этой группе у Туктамышевой, третий стартовый у Елены Родионовой, ну а первое место пока занимает спортсменка из Канады Кейтлин Осман. Второй этап подряд, катает очень здорово. И с суммой 72,2 балла она сейчас возглавляет таблицу после выступления шести спортсменок. Господи, что это такое там? Что-то случилось. Что-то происходит, кто-то ездит на тракторе. Не надо нам пахать лед, он свежезалитый. Решили сделать ремонт в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут только через 5 лет в Пекине. Перфоратор как раз не помешает. Очень вовремя. Елена Родионова на ваших экранах. Хороший, очень серьезный, очень сильный состав на этом этапе Гран-при. Нашим спортсменкам придется непросто. Но они могут. И мы в их исполнении неоднократно видели великолепные выступления. Да, надо им очень постараться. Очень им желаем, конечно. Верим в них. Две соперницы, две девочки, которые закрывали все наши соревнования на протяжении 2 лет. Ну, весь сезон фактически только Туктамышева и Родионова занимали первые места на всех, без исключения, стартах. Потом им на смену, скажем так, пришли другие спортсменки, в частности, Евгения Медведева. Ну, а Лизу с Леной накрыл у одной побольше, у другой поменьше. Но спад был и у Туктамышевой, и у Родионовой. Ну что же, чемпионка мира и Европы 2015 года, победительница финала Гран-при, петербурженка Елизавета Туктамышева, но родом из города Глазов. Родом из города Глазов, где поезд стоит 2 минуты. Небольшая станция. Вольфганг Амадей Моцарт, 23-й концерт для фортепиано. Небольшая ошибочка.
Лучше вторая половина, очень хорошо. Ну, элементы сделала. Не знаю, как ей первую поставят. Тулуп-тулуп чистый ей поставят. Вообще, Лиза вообще не страдает недокрутами. Абсолютно, я не знаю. Но они почему-то поставили розовые. Там будут смотреть на них. Ну, пусть смотрят. Да, пусть смотрит. Она не страдает этим. Как раз, ну, катание, само по себе катание, техника катания, у нее это не самое сильное место в ее карьере. У нее, конечно, сильное место – это технические прыжки. И, конечно, очень жаль, что в этом году она пока еще не прыгала 3,5 оборота. Потому что это ее путь. Это то, с чем она побеждала. Но... Я думаю, что Алексей Николаевич доволен, что она сделала все элементы. Правильно сейчас говорит Алексей Николаевич, что молодец, выстояла. Очень серьезная простуда была у Лизы на протяжении чуть ли не 2 недель перед этим этапом. И поэтому... В таком состоянии находясь, да еще меняя часовые пояса, мы прекрасно понимаем, что выступать непросто. Нет, никаких недокрутов нет? Нет, конечно. Непонятно, что они поставили туда-туда. Нет, уже ничего не поставили, уже не поставили. Все в порядке. На московском этапе присутствовала чемпионка мира 2015 года не только для того, чтобы посмотреть на то, как катаются другие, но еще и для того, чтобы поработать со Стефаном Ламбьелем, который трудился с Лизой в качестве хореографа. Ну, кто-то заразилась, заболела, потому что все переезды... Да, нужно быть очень внимательным, конечно. Вот это лучше шагов. Она до этого сделала Чиктао. Все вращения она достояла. Они, конечно, не шедевральные такие по скорости. Ну, по позициям они все были сделаны. Может быть, они не на плюсы сделаны, но все было сделано. Да. Ну, это уже довольно. Сама улыбается. Да, Алексей Николаевич улыбается. И Татьяна Прокофьева, вот, видимо, этот зверь тоже улыбается. Причем, видите, прижмурился от удовольствия. В целом, достойный прокат. Елизавета Токтамышева, и осталось только установиться, понять, да, нелегко. Сколько же она получит. Ну, для начала больше Вагнер, что уже само в себе неплохо. Она вторая на настоящий момент. Ну, потому что Лизе все привыкли, что она в состоянии прыгать луц-тулуп. Да, и прыгать его. И прыгать хорошо. Прыгать этот каскад, хорошо, да. И прыгать флип. Вторым элементом, то есть... прыжки с большей базой. Да, и еще она прыгала 3,5 аксель, и это было все в одной программе. Ну, были разговоры, что уже на китайском этапе гран-при будут вставлять аксель 3,5 оборота в программы Токтамышевой, но, по-видимому, вот это самая простуда. Алексей Николаевич сказал. Да, Алексей Николаевич сказал, но, по-видимому, эта простуда пока не дает. Впрочем, дождемся произвольной программы. Новая. Старая произвольная программа. Все они никогда не бывают, господи, они никогда не бывают здоровы. Все время. Как же это все непросто. Йош Хельгисон, Швеция, спортсменка, которая перебралась в межсезонье в группу к Брайану Орсеру и теперь тренируется в Канаде.
Так оно останавливается, что-то упало. Что случилось? То ли с музыкой, то ли этот звук вот... Она как раз не остановилась, а вот ее остановила судья. Потому что судья сочла, что это неправильным. Неправильно, что она катается, еще есть дополнительно какие-то звуки, да? Она имеет на это право. Сейчас выйдет по второму разу. Только настроилась, опять выйдет. Ну, сейчас, может, нервы куда-то отойдут в сторону. Мне кажется, наоборот, они придут в самое сердце, эти нервы. Это ничего нельзя знать. Нет, конечно. Ну, так получается, не сначала, что ли, программа будет? Почему это не сначала? Я пытаюсь понять. Она здесь совершенно ни при чем. Да, да, по новой вызывают ее же сервис. Она не имеет к этому отношения. У нее будет возможность. У нее не развязался ботинок, у нее не пошла кровь носом и так далее. Она в порядке. Это техническая проблема. Соревнования. Странно, откуда это взялось? Не было. Ну, уже разочек было. Вот какие щеки. Брайана в постановках есть какие-то движения, которые прямо вот она повторяет. Двойной через тройку, двойной Ридбергер. Так получается, да, без элемента остается, без прыжка. Сейчас чуть-чуть лояльнее, чуть лояльнее с нынешнего сезона правила на базовая короткую программу. Нет, вылетает Ридбергер, выходит, потому что 2-2 каскад в короткой программе запрещен. Хороший подход на аксель. И выход из акселя очень хороший. Тогда вход дается всегда как упражнение к акселю. Экспрессивная такая спортсменка. И за каскад поставили. Ну, за каскад ей поставили как одиночный прыжок. Как одиночный прыжок где-то 3,5, наверное, да? Отминусовали. Нет, лутц-то двойной был. То есть там совсем мало она получает. Там, если бы лутц был тройной, тогда бы засчитали весь каскад, и вообще проблем бы не было. Но так как лутц 2 оборота, Ридбергер 2 оборота, соответственно, один из этих прыжков считается прыжком не по правилам. То есть Ридбергер младший по стоимости.
И, как следствие, сейчас Юш Хергисон остается с совсем невысокими баллами. То есть судят по двойному Ридбергеру, и, ой, по двойному Луцу, и еще минусует этот каскад. То есть там, ну, даже не 3,5, там 1,5 балла всего на выходе получается. У Юши немного. Ошибка на приземлении на флите. На флипе. На флипе, да. Вываливается. Не перешла просто туда, да. Да хорошо, что еще не докрут не поставили. Вот прыгни здесь 2-3, и каскад бы засчитали. Да, к сожалению, мало кто может себе это позволить на старте. Если это в тренировках не делается, тем более она сделала тройку, она могла бы попробовать это, но это, в соревнованиях это не пробуется. В соревнованиях можно попробовать, но не факт, что получится. Да, нужно, конечно, нарабатывать на тренировках. Просто на тренировках нужно прыгать изо всех положений. Просто не хочется сейчас глазить Родионову, но вот она на московском, она это сделала. Не будем, да. Не будем. Ничего, да. Опять заяц с прикрытыми глазами, очень много прижмурившихся, прищурившихся зверей дарят китайские зрители спортсменкам. Ну, совсем невысокий результат у Юш Хельгисон, даже 50 баллов она не набирает. Чемпионка России сезон 2014-2015 годов, двукратная обладательница серебряных медалей на чемпионатах Европы, бронзовый медалист чемпионата мира 2015, и всего это всего лишь в 17 лет. Елена Родионова. Счастливо тебе, Лена. Спортсменка, тренирующаяся у Инны Гончаренко, ее новая короткая программа под музыку из «Порги и Бес» Джорджа Гершвина. Thank you.
Ну что, отлично. Спасибо, получилось Ленка, прокатать молодец. Елена Родионова. Молодец. Ух, какая оценка-то за технику. Ну а как же, и лучший да, вообще она прыгает флип. Но она вот на первых соревнованиях решила, что она будет прыгать Ридберге, да. Прекрасная программа, мне она очень нравится. Поставила ее Шалин Борн. Она летала к ней в Канаду, и она вот поставила на эту музыку вот эту программу. И мне кажется, что она раскрывает Лену именно с ее самой лучшей стороны. Она вообще сама веселая, легкая, очень игривая. Такая, знаете, такая актриса прекрасная. Ну и делает все хорошо. Вот смотрите, поздно тоже, очень поздно восстанавливается, испытывает сложности в подготовке. Но вот такой у нее замечательный характер. Она не сдает. Она не сдает. Вот как на прошлых соревнованиях, на первых, она Луц прыгнула и не смогла к нему присоединить тулуп. И она моментально прыгнула Ридбергер-тулуп. Что она... Но она на тренировках вообще этим озадачена. Она всегда это делает. Она так воспитана Иной. Потому что вот это единственная спортсменка, которая вот у Ины с 4 лет. Вот как она пришла... Ух ты! Вот как она пришла, так она до сих пор у нее. И это, конечно, очень похвально и очень редко. Вот, поздравляю Ину и Сашу Успенского, которые работают с ней. Очень симпатичная короткая программа. Такая, знаете, картинка. И как бы элементы вплетены туда. Я не считаю, что это платье ей очень идет, но делала ее известный очень художник, модельер. Алена Ахмадулина. Алена Ахмадулина, да. Вот и Анна Белибина. Всем привет, да, и Анна Белибина, да, хореограф. Ну, единственное, что можем мы чуть-чуть попенять, скажем так, технической бригаде, все-таки на тройном тулупе поставили. Недокрут Лене Родионовой. Она никогда этого не делает. Но оценка за 70, практически столько же, что и у Кейтлин Осмонд, разница всего лишь 1,5 балла. Вторая, пока Елена Родионова. Можно выдохнуть и насладиться катанием китайских спортсменов. Просто я хочу интересным, вот интересно посмотреть. Просто она никогда не делает недокрутов, это Лена. Ну вот, видите, бригада обнаружила. К сожалению, пока у нас, скажем так, неплохие. Вторая позиция у Родионовой, четвертая у Туктамышевой. Впереди Но она улучшила свое. Личное нет. Мне кажется, что в Москве было... В Москве было побольше. Побольше, да. В Москве был на бал При больше. Том, что у нее не было акселя. Она сорвала аксель в Москве. А здесь она сделала аксель. Ну вот этот недокрут, он вылез. Китаянка Ли, 16-летняя спортсменка из Цицикара... Сложно что-либо сказать, кроме того, что вот начинает в целом неплохо она свою короткую программу с тройного флипа и тройного тулупа. Как говорил мой муж, неплохо, а кошмарно, потому что она не докрутила полоборота. Татьяна Анатольевна, ну маленькая девочка, которую никто толком еще не знает. Даже в Китае, я думаю. Ну, не докрутила. Много кто не докручивает. Луц прыгает человек. Вы слышали, что Этери Георгиевна говорила, что вот эти маленькие девочки сейчас творят? Вот. Что, их в Китай продавать теперь, этих маленьких девочек? Нет, пусть у нас здесь прыгают. Очень хорошие девочки сразу обучаются уже по-другому. Но места на всех сборной не хватит. Вот всем хватит места. Что жалко. Всем хватит места. У нас есть командные соревнования, у нас много чего есть. Ну, конечно, 70 это маловато, линия. А вот так все хорошие.
считаю, что очень достойное выступление. Ну, хорошенькая китаянка, хорошенькое выступление. Танцоры вон уже отвыступали, сидят, смотрят. Теперь сидят, аплодируют. Это ее первое выступление на взрослом этапе гран-при. До этого она выступала ей 15 на юниорском уровне. Уже 16. Да, вы говорите, крошка. Ну кто? Это они у нас все крошки. Ну, наши-то такие крошки, что мало никому не покажется. Наши крошки тоже все по 17 лет. Да я помню. То привяжутся к нашим, то прыжок. Невысокий. Что значит невысокий? Сделано и все. Какой он же... сделан, да. Технично сделан. Высокий, невысокий. И кому это рост, интересно? Рост имеет значение. По росту и прыжок. У японок есть одна фигуристка. По росту прыгает. Вот он, недокрут. Это большой недокрут, да. Это мы решили два раза показать, чтобы мы уже не сомневались. Большой. Полоборота. Полоборота и ставят в итоге, и только как двойной тулуп будет оценивать это второй. Ну, конечно, там что полоборота. А лучше чистенький. Ха, чистенький, но ребро вылезает на Луции, в общем. Да, причем очень видно. Сейчас, к сожалению, китаянки будет. Они еще в эту сторону его поставили, если бы они еще поставили в другую сторону, то там немножко можно впечатление так смазать, потому что там можно, знаете, если у кого есть ребро, всегда этот Луц приспосабливают в левый дальний угол. Подальше от всех. И подальше от этой камеры, которая... И от судьи, и от камеры, и от камеры ИСУ. Да, которая снимает все время, каждую секунду. И которая должна стоять на определенном расстоянии от последнего судьи, от технической бригады. Да, в одном и том же месте всегда стоит камера ИСУ. Ну, все равно дебют получился... Хорошая девочка. Пекинской Олимпиаде у китайцев будет вполне конкурентоспособная команда, не только в парах и у мужчин. Не только. Вот смотрите, 54,5 балла. Она 9-я. Она опережает, значит, Йоши Хиргисон. Ну, собственно, и все. Да. Собственно, и все. Ну, какие у нас получаются результаты? Вторая? Пока вторая и четвертая, но очень многое будет зависеть от проката вот этой японской фигуристки. Это Майя Михара, которая также в прошлом году еще выступала по юниорам и была в финале юниорского гран-при, где, правда, заняла лишь 6-е место. Мы с вами видели ее, говорили вам. Они и рассказывали, да. Но сейчас мы уже знаем, что она на американском этапе взрослого гран-при, с которым она дебютировала в нынешнем сезоне, обошла таких спортсменок, как Мао Асада, как Грейси Голд и как Габриэля Дельман. И проиграла только двум американкам в Америке. Так что обратить надо самое пристальное внимание на эту фигуристку. К тому же у нее есть шансы на попадание во взрослый финал гран-при. Ну и музыка. Ронда Капричоза, Сен-Санса, та самая музыка, которая навевает на очень приятные воспоминания российских болельщиков. И тулуп. Да, 3-3. Там надо посмотреть, с какого ребра. Я думаю, что я не ошибаюсь. Техническая бригада тоже присмотрится.
хорошая акция со сложного подхода. Со скобки. То она нет. Не Хонго. Но оценки получает оценки побольше, большие. Чем Хонго. Вот флип. Заканчивает флипом. Заканчивает флипом, причем в самой концовке программы. А вот это да. А вот это неплохо. Много сейчас она получит. Ну, заслуженно. Надо признать, что заслуженно. С тройного лута, с тройного тулупа начинала свою программу Майя Михара. Потом Аксель уже во второй части программы. Они сняли, да, это подозрение, да? Все сняли. Никаких подозрений сейчас у арбитров не вызывают. Ни ребра Михары, ни ее докруты. Нет, докрут у нее был. У нее просто луз был как похожий на флип. Очень как похожий был на флип, да. Очень. Очень похожие, поэтому они сразу поставили. Я обратил внимание, они поставили сразу красное. Ну вот, сейчас решили перекрасить. Или не докрасить. Ну, красной игрушкой компенсировать. Что у нее там получается? У нее получается выше Вагнер пока получается. Соответственно, она всерьез будет претендовать на место в тройке сильнейших после короткой программы. Так, ну и расклады-то становятся крайне любопытными. Эшли сейчас с большой вероятностью вылетает из первых трех спортсменок по итогам короткой, но у нее в качестве приятного бонуса в борьбе за попадание в финал Гран-при есть ее первое место. Выигрыш, да, на Skate America. У Осмонд очень высокие результаты и текущее лидерство с большой вероятностью, потому что впереди еще выступление одной китаянки. Но сложно сказать, чтобы она попала бы в первую тройку. Слишком уж немного у нее на это шансов. Ну и Михара, похоже, становится третьей. Похоже, становится третьей, как и на первом этапе Гран-при на Skate America в Чикаго. Это пока, естественно, только короткая программа, но сам факт, что в Японии еще одна очень интересная спортсменка. Сам факт, что хорошая, это хорошая. Хорошая, с хорошим катанием, с хорошими оценками. И она увеличивает, кстати, сумму собственного личного рекорда. Причем увеличивает ее почти на 3 балла. 68,48 балла. Вы видите, даже сама спортсменка, похоже, не до конца верила в то, что она способна набрать такую сумму. И это третий результат. На четвертом пока Эшли Вагнер, на пятом Елизавета Туктам. Мышла. Елена Родионова, вторая. Девочки, старайтесь. Старайтесь, девочки. Старайтесь, Елена. Так, еще одна спортсменка из Китая. Она больший опыт имеет по сравнению с Ли. У нее даже есть опыт выступления на мировом первенстве и попадание в произвольную программу, но лишь 23-й итоговый результат. Спортсменка из Харбина, Сигуань Джао.
Завершается выступление китаянки. Кстати, выступление неплохое. Ну а мы тем временем смотрим, что происходит у нас в таблице. Елена Родионова по-прежнему на второй строчке вслед за Кейтлин Осман. С составанием на второй, лишь... да? Да, с составанием на второй, но у тебя, ну, по компонентам первая. Да, Елена Родионова получает лучшие оценки за компоненты среди всех участниц сегодняшнего турнира. Ну, Ленок, надо прыгать в короткой... Стоял флип, надо прыгать флип в короткой... состоянии сделать будет уже на следующих соревнованиях. Надо. Ну, еще нужно откатать, конечно, произвольную программу. Ну, конечно, у каждого есть, да, задача. Ей нужно быть второй. Она это хорошо понимает. Лучше, конечно, первой. Но второй это как минимум. Второй как минимум. Пока в целом можно сказать, что вполне позитивные итоги короткой программы для российских девушек. Осталось дождаться только оценок вот этой китаянки. Второй результат у Елены Родионовой. Четвертое текущее место выше Эшли Вагнер у Елизаветы Токтамышевой. Да, ну и понятно, что китаянка никак не сможет подняться даже в сильнейшую разминку. Таким образом, в лучшей группе в произвольной программе будут выступать обе российские спортсменки, и если постараются, то им по силам вполне даже вдвоем обосноваться на пьедестале почета. Очень интересными получились соревнования у девушек в короткой программе. Шутка ли, Вагнер на пятом месте. Осмонд вновь первая в Канаде. У нее была похожая история, но тогда она проиграла Евгении Медведевой. И сейчас практически вровень с ней идет Елена Родионова, которая получает третью оценку за технику. Вслед за Осмонд и Майей Михарой из Японии. Из-за того, что ей сняли за недокрут, я, конечно, хочу посмотреть. Тулуп я никогда в него не видела, недокрут на тулупе. Да, если бы не этот недокрут, то хорошие шансы у Родионовой были бы возглавить таблицу, но, к сожалению, техбригада придралась ко второму прыжку в каскаде Родионовой, и, как следствие, сейчас она лишь вторая. Девочки, мы вам желаем хорошее соревнование. Короткая программа всегда нервное очень дело, потому что четверть... И оценка падает сразу вниз, поэтому что, сделали максимум того, что вы могли. Как следствие, две североамериканки, две россиянки и две представительницы страны восходящего солнца в лидирующей шестерке. Это значит, что они будут выступать во второй сильнейшей разминке в произвольной программе. Второе и четвертое места у Елены Родионовой и Елизаветы Токтамышевой. Начало неплохое, осталось только это начало продолжить и закрепить уже в произвольной программе. Александр Гришин, Татьяна Тарасова, смотрите фигурное катание, болейте за наших и получайте удовольствие. Short program, which will start at 7 p.m.